Ева – нечистокровная леопардовая собака. Свое щенячье детство она провела на улице из-за множества инфекций, полностью оглохла и ослепла на один глаз. Ее нашли зимой в канун Рождества, замерзшей в сугробе, еле живой. В приюте ее попробовали вылечить, но ничего так и не получилось. Однако там Ева встретила друга по несчастью. Полностью слепой двухлетний пес Дилан, когда-то он жил в питомнике, но потом от него избавились из-за его болезни, и он оказался в приюте Morley's Max. У собак-инвалидов незавидная судьба. Сотрудники приюта жалели животных и с опаской познакомили Еву и Дилана. Собаки быстро сдружились и научились друг другу помогать. У слепого Дилана оказался превосходный слух, а Ева немного видит одним глазом. Они стали всюду ходить вместе, и сотрудники приюта прозвали их сиамскими близнецами. Однажды для Евы и Дилана все-таки нашли хозяев, но потом Еву вернули обратно. Собаки сильно тосковали, одна в приюте, а другой в новом доме, и надо было как-то решать эту проблему. Сотрудники приюта поговорили с хозяйкой Дилана, и она вскоре согласилась взять к себе и Еву. Теперь оба пса живут в одном доме и похоже, что очень довольны своей жизнью. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.